Так, всем привет, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Разберемся с такой проблемой, как не заводится машина. Это проблема 10, 11, 12 семейства, 13, 14, 15, точно не знаю. Может быть то же самое, но может быть и нет. Проблема в чем? В замке зажигания от 10-х моделей нет на старте реле. В принципе, вообще его нет. С замка зажигания сразу идет, но на реле. Ой, на реле говорю. На втягивающее. То есть мощные контакты в самом замке зажигания. И они сразу идут на втягивающее. То есть вы поворачиваете ключ. Поворачиваете его на стартер. И сразу же вот здесь появляется у вас напряжение, вот на этой фишке. Но бывает такое, что вы поворачиваете ключ и ничего не происходит. То есть зажигание включилось, но стартер не крутится. Берем обычный ключ, берем любую отвертку и замыкаем вот этот вот основной болт стартера. То есть основной плюс, который идет вот отсюда от плюса, провод, вот он сюда идет, на этот болт. Перемыкаем его и вот эту фишку. То есть вот так. Раз. И если у вас все произошло, то есть все крутится, значит проблема либо в проводке, либо в замке зажигания. Чтобы эту проблему решить, мы будем ставить сюда дополнительное реле. Будем мы ставить обычное четырехконтактное реле. Стоит оно около 80 рублей, как я говорил. Самое главное, что установив это реле, мы решим проблему с постоянной заменой замков зажигания. Теперь давайте распределять провода на реле. Первый провод у нас написан минус. В этот провод у нас цепляется прямо на массу. То есть под реле, прямо на корпус машины. Так, второй контакт. Это у нас плюс, который идет от замка зажигания. Раньше он шел прямо на стартер. Мы его разрезаем и сажаем его вот сюда, на эту клемму. Так, следующая у нас клемма, которая у нас идет поперек. Несложно обнаружить, так как у нас три идут вдоль. И одна поперек. Это у нас основной плюс. Мощный такой контакт должен быть. В моем случае я его взял с самого стартера, с основного болта, который идет напрямую от аккумулятора. И теперь самая последняя клемма. Она тоже мощная, тоже большая. Но чаще всего бывает, они все четыре клеммы выглядят абсолютно одинаково. Здесь у меня показаны разные, просто для того, чтобы было все четко и понятно. Но чаще всего они бывают одного размера. И вот эта самая последняя клемма идет на плюс втягивающего. То есть куда раньше шел провод от замка зажигания. Так, ну в общем-то мы разобрались, как у нас подключить реле. Давайте это все сделаем. Это нам позволит снять нагрузку с замка зажигания и уже от реле заводить сам стартер мощными контактами реле. Реле стоит 80 рублей, если его надо будет заменить. Замок зажигания стоит косарь. То есть разница огромная. И не знаю, почему на заводе сделали именно вот так, что без лишних реле сразу с замка зажигания идет на втягивающее. Ладно, давайте будем ставить. Так, вот я поставил релюшку, прикрепил ее сюда к стойке. Здесь как раз торчит болтик на 6. К нему прикрутил релюшку. От нее провода, сразу один провод идет на минус, другой провод идет, и остальные вот эти три провода идут вот сюда и приходят вот сюда. То есть вот они, три провода.
Раз, два, три. Один соединяется с клеммой, которая идет от замка, который раньше был вот здесь. То есть его разрезаем, вставляем вот этот провод сюда. Один провод черный садим на плюс. Вот отсюда один провод садим на плюс. Другой провод отходит, отходящий, садим уже на клемму вот сюда. То есть, что мы сделали? Мы поставили просто в разрыв одну релюшку. Ну и все, пробуем сейчас заводить. Ставим аккумулятор на место. И уже при необходимости, в принципе, ее можно заменить легко, не тратя кучу денег на новый замок зажигания, не тратя кучу времени, чтобы заменить замок зажигания. Потому что его еще не так просто заменить. Особенно если еще у вас стоят стандартные болты, которые со срывными гайками. Тогда вы вообще офигеете его менять. Пробуем заводить. Второй раз. То есть сейчас заводится она. В принципе, точно так же, как и заводилось, но теперь при необходимости можно заменить вот это реле. Если что-то случилось, вот это реле меняем, и замок остается целым. Получается, на замок мы полностью сократили, полностью убрали всю нагрузку, точнее, с замка. И сейчас у нас уже заводится при помощи релюшки. Ну вот и все. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Ну и что, пишите в комментариях, что вы думаете о такой системе. Где-нибудь вот здесь вот новое видео, где-нибудь вот здесь старое видео. Ну и здесь подписочка. Ну вот и все. Всем пока, удачи и два туза в раздаче. Всем пока.